Вердикт по делу вынесен коллегиально. Совещательная комната решение по делу принималось присяжными заседателями 10 человек и один судья. Голоса у них равные. Поэтому, как судья при разъяснении сейчас сказала, решение принято по наказанию по вердикту большинством голосов. Относительно меры наказания, поскольку этот приговор еще в законную силу не вступил, он оглашен только сегодня, наверное, я не вправе высказываться о справедливости либо несправедливости судебного акта, но отмечу лишь, что пожизненное лишение свободы могло быть назначено только при единогласном решении. За это должны были проголосовать все 11 человек, которые находились в совещательной комнате, то есть 10 присяжных и один судья. Очевидно, раз пожизненное наказание не назначено, соответственно, к единому мнению не пришли. Поехали.